Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Silent Hill 2. И это первая серия, которую мы пишем по совсем уж левой технологии записи. Я решил попробовать ее. Я думаю, по качеству это будет получше, чем то, что у нас было в последних сериях. Просто потому, что там было слишком уж мутно. Поэтому я, как говорится, ищу новые пути. Ну да ладно, не суть важно. Мы находимся в историческом сообществе Silent Hill'а. Не совсем понятно, что мы тут делаем. Мы получили странную записку, в которой именно к нам. О, ты посмотри. Именно к нам кто-то обращался и говорил, что все ответы ты найдешь именно здесь. Все плохо. Мы потеряли Марию. А здесь вроде как рисовали. То есть здесь, похоже, была картина. Пейзаж с водопадом. Ален Смит, дата рождения и смерти неизвестна. Так, что там написано? Зарисовка этой местности давным-давнишней. Блин, какой у меня великолепный перевод сегодня. По стилю похоже, что это было сделано где-то в 1820 году. То есть где-то в 1820, нормально. Так, хорошо. Рисунок пирамиды Голового и непонятные твари, которые были в этих клетках, которые на нас напали, когда Лаура нас заперла. Туманный день. Останки правосудия. Это он. Хорошо. Здесь ничего вроде как нет. Ну, пойдем дальше, чего? Вообще меня удивляет, в этом городе практически все двери как-то выломаны и поставлены очень аккуратно рядом. И вообще здесь, похоже, кто-то шарился, потому что, видите, все разбито. Зачем мы тут? О, офигеть. Это напоминает, знаете, антикварный магазинчик с первой части. Это что такое на стене? Мне показалось, это, знаете, на что похоже? На спиритическую доску. Но это не она. Ну, то есть доска, которая используется для контакта с призраками и тому подобное. Так, ничего особенного в этих картинах нет. Здесь фотография глубокой дыры. Что это может быть? Дыра, то есть в полу. Ладно. Блин, я, казалось бы, только вчера в эту игру играл, а уже как соскучился по ней. Офигеть. Шедевры, они такие. Вообще Silent Hill 2 мне, как и первая часть, очень много удовольствия от прохождения. Не так, что вот бывает, игры проходишь просто потому, что они вышли, и людям это интересно. А бывают такие игры, которые прям проходишь и не терпится быстрее вернуться и по новой что-нибудь записывать. Последнюю серию просто, как вы помните, я записывал, у меня там язык уже вообще не ворочался. Здесь как-то получше. Блин, куда мы идем вообще? Это же пипец какой-то. Посмотрите на эти стены. Все ниже и ниже. Я думаю, никуда к хорошему месту нас точно это не приведет. Кто-то говорил, кстати говоря, что с Марией надо было поменьше общаться. Это уже как-то сказалось на какой-то концовке. Но дело в том, что я не пытаюсь там максимально правильную или максимально неправильную концовку получить. Это слепое прохождение, поэтому мы смотрим именно, что у нас получится, какая концовка. То есть у неподготовленного человека. У всех у нас был первый раз, верно? Этим-то оно и интересно. Что же выйдет у нас? Окей, куда-то мы пришли. Я думаю, так по ощущениям метров на 50 спустились вниз под землю. Здесь лежат какие-то документы. 11 сентября 1820 год. Номер заключенного С-221. Остальное прочитать не могу. Что это? Хорошо, на что ты смотришь? Аптечка. Это что такое? Блин, как может стул вот так-то вообще испортиться? Он же просто разложившийся. Дермантин на нем. Так, тут, похоже, ничего нет. Стоять. Thank you.
Минус одна. Кто-то еще идет. Замок сломан. Мне уже не нравится это место. Да, блин. Так. Хорошо. Что за бред? Куда я попал вообще? Давайте перезарядим свое оружие. Не хотелось бы сейчас нарваться на какого-нибудь амбала, при этом с голыми руками быть. Ой, так, я не то делаю. Знаете, на какую-то тюрьму, что ли, похоже. Тупик. Джеймс, ты попал. Офигеть, это что? Что со звуки? Знаете, мне это что комната напоминает? Помните, в первой части в школе был мед-кабинет? Почему-то такое вот чувство дежавю прям. Картина на стене. Гринсон и Уайт. Банкет богов. Богов. Нет, богов говорю. Смерть. Казнь в тюрьме. Смерть через skewering or strangling. Это что такое? Через растягивание, что ли? Через растягивание, либо через сдирание кожи, я не знаю. Я, честно говоря, просто наугад говорю, потому что я не то слово мне не знакомо. Выбор смерти – это последний раз, ну, чтобы мог попробовать заключенный вкус свободы. Сам выбирал, типа, ну, ладно. Да, это тюрьма Толука, понятно. Построена во время гражданской войны. Позже стала тюрьмой Толука. Приятно. Хорошо, что-то мне не хочется сюда заходить уже. О, вот этот мы видели. Че, прыгнем, что ли? Я не знаю, вот на месте Джеймса я бы уже, честно говоря, ничему не удивлялся. Я бы уже просто шел, смотрел бы, что мне подкидывает этот город. И, собственно, была бы дыра, я бы прыгнул. Так что и ты прыгнешь. Так, в дыре темно. Я ничего не вижу. Прыгнешь вниз. Какой у нас выбор есть? Тут уже просто безысходность. Город нас по-любому не выпустит. Да, офигеть. Колодец. Подожди, это вода внизу, что ли? Я уж подумал, мы... Да. Отлично. И чё? Просто стена. Подожди. Я не смогу забраться. Ну супер, чё? Я прям не знаю, что делать. Неужели тут везде вообще? Вот вроде какой-то кирпич торчит. Nope. Отлично. Что мы делаем? Может мне пытаться бить стену? Я не знаю там. Это глупо, конечно. Не применить что-то. Я попал. Просто попал. Явно не нож. А у нас и нет ничего. Да явно нет, да? Хорошо.
Подожди. Что-то я нашел. Этот по-другому выглядит. Здесь все ощущается по-другому, не так, как кругом. Это не обычная стена. Возможно, я смогу ее как-то сломать. Ну, явно не так, да? Окей. Я уже ничему не удивляюсь. Шотган, стерва. Сейчас я всех познакомлю с этой замечательной пушкой. Вот тут шотган как надо вообще. Тихо, 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 тихо. Тупик. Давай, давай, повернись быстрее. Лежать, твари. Ой, давай. Капец, кто-то еще ходит. Куда я попал вообще? Вон, смотри. Мухи летают. Лежать. Моща. Заметили, когда ее на живот роняешь, она начинает бегать истерично. Когда ее роняешь на спину, это все. Она практически обречена. Так, нам, скорее всего, туда. Мне бы какая-нибудь карта не помешала. Офигеть просто. У меня плохое какое-то предчувствие насчет этой комнаты. Закрыто, но супер. Почему фонарик вырубился? Я нажимаю кнопку, ничего не происходит. А, подожди, у меня, наверное, батарейка села. У меня же есть батарейка как раз. Ой, ой, давай. Блин, я не знаю, может, ключ этот? Офигеть. Эта подстава, похоже, блин, не могу использовать. Что делать-то? Капец. Давай. Что у меня по здоровью? Ну, так. Короче, надо брать что-нибудь, какое-нибудь холодное оружие и лупить по ним. Или пистолет, я не знаю просто. Это глупо, конечно, их слишком много. Поэтому лучше я возьму... Ой, это какой-то пипец просто. Да не туда. Да в них хрен прицелишься. Блин, меня всего избили уже опять. О, что происходит? Давайте долбать их, что ли, я не знаю. Офигеть, ну давай ты уже. А вон, смотри, какой-то кодовый замок, что ли, я не знаю. Так. Горят 1, 2, 5, ну-ка. Открылось? Похоже, нет. А, да, все открылось. Ой, блин, надо валить. Так, лечимся опять. Все, валим, валим. Я надеюсь, оно открыл. Блин, как черт я вообще сюда зашел. Не, ну понятно, конечно, за ключом. Это пипец. У-у-у. А это что за хрень? Вы поняли, да? На самом деле это... Ладно, сделаем вид, что мы этого не видели. Пистолет в руки. Погнали отсюда. Фу, нехорошо, нехорошо. Еще одна дверь. Не поддается. It won't budge. It won't open. Есть кто? Так,
Отлично. И чё? У меня нет карты этого места. Куда же я иду тогда? У нас есть ключ от чего? Так. На цилиндре что-то написано. Это отведет тебя в пургаторий. Окей. Мне кажется, блин, я не знаю. Короче, эта игра просто, она как это у нее принято, просто мучает мой мозг. Ну, здесь понятно, ничего. Значит, где-то там остается. Пипец просто. Блин, эти мухи еще. В эту дверь мы больше не пойдем. Попробуем. Так. Неужели? Неужели сюда? Прыгаем опять. Не могу сказать, как далеко растягивается эта тьма. Прыгнуть? Да. Пипец, с каждым разом все лучше и лучше. Живой. Что это, столовая, что ли? Эдди. Убивать человека не так и сложно. Просто приложи пушку к голове. Ты убил его? Но это была не моя вина. Он заставил меня это сделать. Успокойся, Эдди. Скажи, что произошло. Этот парень, он явно этого хотел. Я ничего не делал. Он просто погнался за мной. Ну и кроме того, он смеялся надо мной. Я это в его глазах видел. И поэтому ты его убил? Что ты имеешь в виду просто вот из-за этого? Эдди, ты не можешь убивать кого-то, потому что он смотрит на тебя так-то. Да, почему? До этого момента я позволял людям поступать со мной, как они хотят. Как с глупым псом. Он тоже этого хотел. Эдди? Упс, пардон. Да ладно, я просто шучу, Джеймс. Он был мертв, когда я сюда пришел, честно? Ладно, мне надо бежать. Ты один туда пойдешь? Да. Эдди. Эдди все более и более странный парень. Капец, у него мозги просто по всему столу разбросаны. Это тело. В нем дырка от пули. Там ключ какой-то, что ли, около него, или это ложка? Похоже, это ложка. Офигеть, да? Так подробно показано. Так, хорошо, где мы оказались? Куда ты смотришь, Джеймс? Что там лежит? Здесь лежит аптечка. Я надеялся на нечто большее. Ну ладно, тоже пригодится. Вообще меня радует, сколько тут всего дают. То есть не заскучаешь. Вон еще что-то лежит. А здесь, похоже, больше ничего. О, сохраняшка. Клево. А, это... какая-то жирная свинья. Так, а вот и сохранение. Мы подобрали табличку. Давайте посмотрим, что это такое. Ну, видимо, мы ее куда-то вставим. Идет.
Да, это явно тюрьма. И это место я вообще не помню. Я думал... Офигеть. Так, я перехотел. Я думал, мы уже убираемся отсюда. Оказалось, все не настолько хорошо. Все сильно хуже. Давай. Так, что это такое? Документы на столе. Мне с ними делать нечего. Что ж ты на них смотришь тогда? А, тут патроны лежат. Хорошо. Так, все, говорит, стерлось. Не могу прочесть. Блин, тут, вот тут все двери открываются. Капец. Я просто в шоке. Это место пока что хуже всего, что я тут встречал. Сломано. Закрыто. Открыто. Блин, сколько дверей. О, камера переговоров. А с той стороны зипа лежит. Как мне туда попасть? Похоже, пока никак. Это нужно с той стороны выйти. Окей. Так, тут что? Ничего. Блин, я даже не помню, что в каком-то из Silent Hill'ов была тюрьма в качестве локации. Вот она. А сейчас отсюда мы обойдем, я думаю. Ну, здесь, по крайней мере, тихо. Так, ладно, зажигалка у нас. И что это тут такое? Какие-то надписи, это правила, похоже, поведения. Nope. Туалеты. Ай-яй-яй-яй-яй. Ненавижу. Вроде пусто. Стучу в дверь, но никто не отвечает. Логично, Джеймс. Зачем вообще? Зачем? Так, подожди. Там дырка, что ли? А, это для туалетной бумаги, понятно. Хорошо. Так, что-то как-то, блин, я не знаю, я путаться начинаю. Объемная локация такая получается. Блин, сюда можем пойти. Это вход, похоже. Надеюсь, где-то здесь мы найдем карту. Замок сломан, но это центральный вход, я так понимаю. Налево это как раз, чтобы поговорить, там с заключенными, посетители приходили. Здесь наверху, наверное, администрация. Замок сломан. А это мы выведем. Выйдем сейчас примерно туда, я думаю. Ну, вы поняли. Так, окей. Хорошо, тут у нас что? Да. Аптечка первой помощи. Ампула. Круто. Это что за куки? Блин, у меня просто карта и все станет гораздо легче. Хотя, с другой стороны, карты могут вообще не дать. Не дать. Блин, что сегодня? Я не знаю, у меня сегодня язык вообще какой-то костный. Озеро Толука. Главный аттракцион для туристов в городе. Оно чистое, красивое. Но у него есть другая сторона. Возможно, это покажется обычной историей про призрака, которую ты можешь найти в любом из старых городишек. По всей стране. Но в этом случае легенда правдива. В туманном ноябре, туманным ноябрьским днем 1918 года маленькая баронесса, корабль, заполненный туристами, не вернулся в порт. Газеты писали, что похоже, что он
потонул по какой-то причине, но после интенсивных полицейских поисков ни одного фрагмента корабля или ни одного из 14 тел пассажиров или команды никогда не нашли. В 1939 году случился еще более странный инцидент. Там вырвано много страниц, много тел лежит на дне этого озера. Их костлявые руки достают до... Короче, царапают снизу лодки, которые проплывают. Возможно, они хотят... Блин, какой капец, короче, это пипец. Возможно, они хотят достучаться до своих товарищей. Ну да, конечно. Почему это вообще? Блин, дайте мне карту, пожалуйста. Мне не нравится это место. Мне оно гораздо больше не нравится, чем что бы тут ни было. Охотничье ружье. Во, вот это вот, я чувствую, будет моя любимая пушка. Так, 4 патрона. Долгий промежуток времени между выстрелами, но каждый выстрел очень мощный. Хорошо. Патроны к шотгану. И что-то тут еще. А вот. Патроны к ружью. Еще к ружью. И это уровень сложности нормал. Окей. Ну, в принципе, пока могу сказать, что не зря сходили. Это что там, кровь, что ли, на телевизоре? Так. Подожди. А, ну да. Бля, да пипец, сколько тут мест, куда можно пойти. Мы вышли вот из этой двери. Что здесь? Не поддается. Не открывается. Здесь то же самое. Все, можно возвращаться. По крайней мере, здесь, похоже, сделали все, что могли. Там два коридора, в которые я совсем не хочу ходить. Но, в принципе, места заканчиваются, поэтому, похоже, придется. Закрыто. Так, ну что, давайте с первого начнем. Тут... Так, все хорошо. Вот с этого начинаем. Я надеюсь, вы так и будете с дверями, потому что... Что-то мне это все не совсем нравится. Да, не в того. Спокойно. Да, камера меня явно не щадит. Капец, давайте по стеночке лучше. Здесь что? О, надо валить, надо валить. Ого. Здесь какой-то фанатик обитался явно. Здесь у нас кукла. Давайте посмотрим. Кукла из мыла. Это странно. Да, и жутковато. Возможно, нам нужно... Так, книги разбросаны по полу кровати. Тихо-тихо-тихо-тихо. Кто это сказал? Жертвоприношение, искусство призывания демонов. То где? Подожди, а что если мне... Что если мне попробовать зажечь? Нет? А что если мне попробовать...
Нет, конечно же нет. На самом деле это было бы тупо. Блин, да конечно ты кончишься. Помещения просто какие-то безразмерные. Патроны. Шо? Идет смело. Блин, что-то здесь совсем нездоровое происходит. Давайте, знаете что, мы сейчас вернемся в столовую. Ой-ой-ой-ой, нехорошие звуки. Да свали ты уже куда-нибудь. Все, бежим. К чертовой матери. Ой, давай-давай. Короче говоря, сохранимся. В следующей серии пойдем уже исследовать эти помещения, потому что здесь, я чувствую, мы надолго застряли. Посмотрите, сколько тут всего. Это же просто обалдеть. Так, это у нас где-то вот здесь, по-моему. Да. Офигеть. Блин, Джеймс. Окей. Ну и что, давайте на этом заканчивать. Отписывайтесь в комментариях по поводу того, что вы думаете, собственно, по этому качеству, по этому формату записи. Потому что для меня это в новинку. И сейчас будем пробовать, экспериментировать, потому что то, что было до этого, мне не сильно нравилось. Там временами был рассинхрон по звуку. Не такой, как раньше, но все-таки был. А с этим, я думаю, не будет. Сама серия получилась очень крутая, на мой взгляд, очень много интересных событий. Почему-то сдается мне, что игра уже довольно скоро закончится. Ну, как скоро, еще, наверное, часика 3-4 геймплея. Для такой игры это довольно скоро. Ну, в принципе, на этом все. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.